Наше радио представляет. Господин хороший. Опять разрешили стихи Дмитрия Быкова и Андрея Орлова в хамском исполнении Михаила Ефремова. 15 марта в Театре эстрады. 16+. Той памятной встречи мы все ее помним. Снег лежит перед нами белый-белый, как чистый лист бумаги. Такую погоду играют оранжевым мечом, чтобы было видно. Я думаю, что этим оранжевым мечом может написаться интересная история. Интересной боевой, захватывающей игры. Такого снегопада, давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, земля была прекрасна, Снег кружится, летает и тает, и поселкою губя. Заметает зима, все, что было для тебя. Очень хорошая передача, выходит один на один наш форвард, обыгрывает удар, нет удара. Он поскользнулся на белом, как чистый лист бумаги, снегу и проехал к самому угловому флажку. Наверное, лучше в такую погоду одевать коньки. Хотя и в хоккей у нас тоже в последнее время не клеится. Раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. И верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружится, летает и тает, и поселкою губя. Заметает зима, все, что было для тебя. Снег кружится, летает и тает, и поселкою губя. Заметает зима, все, что было для тебя. Ну что ж, вот и закончена игра. Мы опять проиграли с крупным счетом. Проиграли, конечно, не потому, что мы плохо играем в футбол, а просто все было против нас. Судья, снег, зрители, соперники. Как-то нам не повезло сегодня. Вообще-то мы, конечно, лучше и сильнее. Будем рассчитывать на лучшее, будем верить в наших ребят. И ничего, что вот уже 50 лет мы не попадаем на чемпионаты мира. Будем верить в лучшее, друзья. На этом мы заканчиваем наш репортаж. Для вас работали Василий Уткин и группа Би-2. Наша реклама. Игры с огнем и раскаленный металл. Я играю с огнем. Мои Турсервис представляет 29 марта. Клуб Арена Москва. Самое горячее шоу года. Ария. 25 лет альбому «Игра с огнем». Хлеба и зрелищ народу.
Билеты по телефону 665-99-99. VIP-места, информация о концерте 223-32-26 и на сайте cdk.ru. Лицам старше 12 лет. К 8 марта, чтобы всегда быть на коне, дарите себе и близким знаменитый шампунь, маску и лак «Лошадиная сила». Потому что каждая женщина должна позволить себе сексуальную яркую внешность. А «Лошадиная сила», пожалуй, самый желанный подарок ко дню 8 марта. А еще желанным и любимым дарите крем «Буренка». Юбилейный концерт группы «Мордор». Грандиозное рок-шоу, эксклюзивный сет-лист при участии Алексея Горшенева, Глеба Самойлова и других. 10 марта. Москва-холл. Билеты по телефону 644-22-22 и на сайте концерт.ру. 16+. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. Только до 31 марта 2014 года. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной. 222-72-27. Экопарк Горчакова. Новая Москва. 222-72-27. Код 495. Проектная декларация на 222-72-27.ru. ООО «Миск». Большой сольный концерт группы Animal Jazz. Специальная весенняя программа и презентация нового сингла. 7 марта. Москва. Главклуб. Билеты по телефону 644-22-22 и на сайте концерт.ру. 16+. Вот оно какое. Наше утро на нашем радио. И письмо хорошее, да, краткое, по делу и рассказывающее о том, что девчонки приходят и уходят, а музыка остается. Нет, он рассказывает то, что девчонки приходят не случайно. Не случайно, они приносят в твою жизнь все самое лучшее. У каждого своя миссия. Да, да. И у девчонок. Одна музыку принесла, другая тапочки, третья котлет нажарила. Все верно. Вроде того, да. И вот так каждое утро с 7 до 11. Наше утро на нашем радио. Можно? Проходите! Доктор, и какой же диагноз? Молодой, талантливый музыкант. И что мне делать? Это вам, голубчик, к Семену Чайке. Принимает ежедневно, по будням, с 9 до 11 вечера. Живые Семена Чайки. Ну вот, это ко мне. Послушаем, посмотрим, поговорим, обсудим. Живые на нашем радио. Мы помогаем людям. Наше радио ВКонтакте. Еще больше нашей музыки, наших новостей, наших людей. Всем привет, я Андрей Князев. Эксклюзивные и самые актуальные новости группы «Князь» вы найдете в сообществе нашего радио ВКонтакте. Присоединяйтесь, друзья мои. vk.com/наше. Все наши уже там. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Национальная служба новостей. Новости не знают границ. В эфире новости НСН, в студии Артем Артемов. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на совещании обсуждалась ситуация на Украине, в том числе с учетом принятого сегодня Верховным Советом Крыма решения. Напомню, власти Крыма приняли решение о вступлении автономии в состав Российской Федерации. Референдум в Крыму по этому вопросу назначен на 16 марта. И в продолжении темы. В Совет Федерации считают, что оформить вхождение Автономной Республики Крым в состав России можно за несколько дней. Как рассказал Интерфаксу член Комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам сенатор Анатолий Лысков, если на референдуме большинство граждан выскажется за вхождение Крыма в состав Российской Федерации и поступит соответствующее обращение на имя президента России, то этот вопрос может решиться в течение 3-5 дней. Тем временем Белый дом объявил, что президент США Барак Обама распорядился ввести санкции против российских официальных лиц и организаций, ответственных за подрыв демократических институтов на Украине. В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что Госдепартамент ввел визовые санкции в отношении лиц, причастных к угрозе территориальной целостности Украины. Как отмечается в сообщении СМИ, это касается как российских, так и украинских официальных лиц. Сегодня из Москвы в Сочи отправился спецрейс, который доставил болельщиков на Паралимпиаду. Его осуществила авиакомпания «Трансайр» совместно с организациями для инвалидов. На борту находилось 100 спортивных болельщиков с инвалидностью. 20 из них передвигаются на колясках. Данный рейс стал возможен благодаря программе по построению безбарьерной среды для таких пассажиров, которая реализуется в компании. Как сообщила НСН генеральный директор «Трансайра» Ольга Плешакова, полет был организован, чтобы предоставить возможность болельщикам с инвалидностью посетить игры в Сочи и при этом сделать их поездку настоящим праздником. Напомню, Паралимпиада в Сочи начнется завтра.
Градостроительный кодекс Москвы сделают более экологичным. Об этом НСН сообщил глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский. По его словам, проектировщиков жилья обяжут предусматривать отдельные помещения, в которых установят баки для разных видов мусора. Напомню, что в прошлом году в двух районах столицы, Таганском и Замоскворечье, начался эксперимент по раздельному сбору отходов. Во дворах были установлены контейнеры для картона, стекла, алюминиевых банок и пластика. В этом году география эксперимента расширится. В каждом округе выберут по 2-3 района. Вы слушали новости НСН. Еще больше информации на сайте nsn.fm и на страницах нашей официальной группы ВКонтакте. Сегодня в 20.00 в эфир выйдут авторские новости. Выпуск представит заслуженный художник России Никас Сафронов. Национальная служба новостей. Наша музыка. Наше радио. Сделано в России. Подрос, стал играть рок-н-ролл, а теперь вдруг понял, что все это было напрасно. Я открываю дверь с надписью «Входа нет», закурив сигарету, выхожу на проспект и смотрю на прохожих сквозь табачный дым. Вспоминаю, как в подарок я построил дивный замок, как бежал за блудным ветром, как играл с огнем и пеплом. И так однажды я войду с мечом в руке в 2001 год. В 2001 год я бегу по дороге, разинув рот, а за мной по пятам катятся танки. Я забегаю в тупик, в тупике наркоман сидит в шезлонге и курит дрянь. Я вижу в его глазах свое отражение. Он зовет меня туда, где нет горя и огня, где несет покой глазам снов малиновый туман. Так вслепую я войду с бычком в зубах 2001 год. Потерялся в толпе и неведомо куда мою лодку несет река. Так плыву я безучастно через время и пространство. Но я так бы хотел встретить живым 2001 год. Уважаемые друзья, встречайте Катя Сундукова и Людмила Стрельцова. Вторая смена на нашем радио. В этом часе Юрий Куклачев жонглирует, алтайский наездник ворует, а банковская система терпит кризис. Согреваем города. Я кланяюсь весне. Вчера был лед и вдруг вода. Унылый черный снег.
меняю на копель. Еще немного дней, и зацветет вокруг сирень. Ну, здравствуй, брат апрель. Небес. Прости, с утра жара для всех. Меня спасает лес, березы, сосны и орех. Светла моя душа, я словно голый весь. И ветер чуть дыша, нарушив тишину, воскрес. Поет страну чудес. Деревья скинули прикид, зима стучится в дом, хрустальным кулаком стучит. Я в день рождения свой возьму гитару для друзей, и станет дом родной на 40 градусов теплей, а значит веселей. Смена на нашем радио. Предлагаем вам принять участие в утиной охоте, друзья дорогие, прямо сейчас. Напоминаем, что у нас есть три утки, одна из которых подделка, фейк. Определяйте, пожалуйста, какая именно, присылая кодовое слово на 5283. Мы их озвучиваем. И победитель сегодня — это шестой поймавший утку. Он получает два билета на концерт группы «Смысловые галлюцинации», который состоится в субботу, 8 марта, в столичном клубе «Б2». Давайте сразу приступим к делу. Первая новость прямо сейчас. Внимание. Утиная охота. Юрий Куклачев провел в Жигулевской колонии урок доброты и научил заключенных жонглировать. Слово «цирк» присылайте на 5283. Все здесь прекрасно. Вот и мне больше нечего добавить, хотел сказать. Да. То же самое здесь. Хорошая, очень хорошая новость, нам понравилась. И если вы считаете, что это утка, присылайте слово «цирк». Юрий Куклачев нашел время в своем графике. А, да нет, я думаю, что... И провел его в Жигулевской колонии. Я думаю, что просто репетиция там проходила. Я думаю, как-то совместилось. А, ну и была возможность... Куда дел кошек, Юрий? Заедешь, Юр? Юрий, куда дел кошек? Кошками жонглировать, наверное. Кошками. А он же разве умеет чем-то другим? Слушай, он все умеет. Нет, сколько лет в шоу-бизнесе уже? Жонглировать, конечно, кошками. Понятное дело. Урок доброты. Юрий Куклачев провел в Жигулевской колонии урок доброты, научил заключенных жонглировать. Я думаю, что заключенные сами мне могли кажется, бы... Мне кажется, жонглирующие заключенные на опасен вдвойне. Научить. Вот это вот в рукавах. Да, куда это придет. Карты прятать и все прочее. Непонятно. В общем, слово «цирк» номер 5283 в том случае, если вы считаете, что мы все придумали. Вторая смена на нашем радио.
Гали, мы с тобой весь день летали. Гали, Гали, а пара трупер, нам с тобою было супер. Супер восемь, а Гали, Гали, мы с тобой весь день летали. Когда мне было 15 лет, я копил на новенький мопед. Я жил лишь этой мечтой, пока как-то раз не встретился с тобой. Ты меня обворожила, на дискач попсовый пригласила. Напитков много разных было, и ты меня в ту ночь уговорил. Гали, Гали, пара трупер, нам с тобою было супер. Супер восемь, Гали, Гали, мы с тобой всю ночь летали. Гали, Гали, а пара трупер, нам с тобою было супер. Супер восемь, Гали, Гали, мы с тобой всю ночь летали. Летали. Но ты сказала мне извини, прощай. Вторая смена. Катя Сундукова и Людмила Стрельцова на нашем радио. В старой коробке из-под конфет жили-были герои мультфильмов. Волк, например, из «Ну, погоди!» Он мне кричал: не уходи. В телевизоре на чердаке жили-были недетские страсти. Ёжик в тумане на грани весны, 17 мгновений шпионской напасти. Очень хочется в Советский Союз, очень хочется снова и снова. Очень хочется в Советский Союз, шепнуть Чебурашке на ухо два слова. Опять и опять. Очень хочется улететь на миг 25. В старой коробке из-под конфет жили-были молочные зубы, хмурые будни холодной войны и синяя юбочка девочки Любы. А к отцу приходили друзья, Сан Саныч и завцеха Куценко. Они заводили бобинный маяк, и под водку гремела нетленка. Очень хочется в Советский Союз, очень хочется снова и снова. Очень хочется в Советский Союз, шепнуть Чебурашке на ухо два слова. Опять и опять. Очень хочется улететь на миг 25. Очень хочется в Советский Союз, очень
хочется, правда, правда, очень хочется в Советский Союз. Атомный, страшный, большой, коварный, опять и опять очень хочется. Улететь на МиГ-25, улететь на МиГ-25, улететь на МиГ-25, улететь на МиГ-25. Вторая смена на нашем радио. Продолжаем утиноходу, дорогие друзья. Первая новость, утка пришла из Жигулевской колонии, куда заехал Юрий Куклачев и провел урок доброты, научив заключенных жонглировать. Не верите нам, присылайте слово «цирк» на номер 5283. Пожалуйста, вторая утка сейчас. Утиная охота. На Алтае грабитель на коне. На Алтае грабитель на коне выхватил у прохожего пакет с водкой и ускакал. Ну, все казак, логично. Номер 5283. Присылайте, пожалуйста, если... Конный грабитель. Не верите. Бывает конная полиция, конная милиция, а здесь конный грабитель. Не, ну а как? Это наверняка, во-первых, удобно, эффектно. И ускакал. Да. Прекрасная новость. Слово «казак» номер. Может, вообще какой-то клип снимался, видео, я подумала. Ну, тогда бы водку вернули. А тут же явно... Нет, тут же явно полицейская хроника. Кто водку вернет? Ну, ладно. Да. На Алтае грабитель на коне. Если бы я имел коня. Выхватил у прохожего пакет с водкой и ускакал. Слово «казак» присылайте на 5283, если вы нам не верите. Очень скоро продолжим. Вторая смена на нашем радио. Наша реклама. Дарите любимым не подарки, а подарки и подарки. В феврале и марте Enter удваивает подарки. Подробности на enter.ru и во всех магазинах Enter. Enter – все товары для жизни по интернет-ценам. Премьера на ТНТ. Как я могу ходить в школу, если там один разврат? У Достоевского Грошенька Паша, Екатерина Первая, Петру изменял. И сегодня пропустила физику. Среди молекул тоже есть проститутки? Дружба народов. Сегодня в 20:30 на ТНТ. Для детей старше 16 лет. Рядом с Москвой с горочки видно. Жилой комплекс стоит Южное Видное. Всего в 5 километрах от МКАДа. Нудные пробки не наша преграда. Все, что для счастья семейного нужно, есть у нас в Видном Южном. Детям площадки, сады и школа. Взрослым магазины, паркинг у дома. Солнечные квартиры в жилом комплексе Южное Видное от 3 миллионов рублей. Старт продаж нового корпуса. 585-2222. Проектная декларация на yuvidnoe.ru. День рождения самой провокационной рок-группы современности. Сольный концерт Глеб Самойлов and The Matrix. Праздничный сет-лист. 8 марта. Москва Холл. Билеты по телефону 644-22-22 и на сайте концерт.ру. 16+. Ух ты! Планшет, мультиварка, тостер, чайник, смартфон. И все по 10 рублей? Как ты это сумел? Как-как? Заслужил. Только с 27 февраля по 12 марта в Медиамаркт. При покупке любого товара стоимостью от 15 тысяч рублей вы можете купить один из 1000 товаров всего за 10 рублей. Подробности об организаторе акции, месте, времени, сроках и правилах ее проведения в магазинах и на сайте mediamarkt.ru. Фантастишмаркт. Медиамаркт. Наше радио и ультрапродакшн представляют. 22 апреля. Крокус Сити Холл. Наши артисты поют песни нашей победы. Чайф. Ночные снайперы. Пелагея. Смысловые галлюцинации. Пилот. Серьга. И другие. Великие песни о великом подвиге. Наша победа. Наше радио. 22 апреля. Крокус Сити Холл. Билеты по телефону 644-22-22 и на сайте концерт.ру. 12+. Условия складываются на редкость удачно. Вас ждет отличное предложение от BMW. Станьте владельцем нового BMW 5 серии до 31 марта 2014 года. Подробности на сайте bmw.ru. BMW. С удовольствием за рулем. Он должен быть умным, но при этом местами веселым. Может быть, слегка сентиментальным. Если будет не наш, хорошо, а если наш, то вдруг хороший окажется. Ищите фильм, который станет любимым? Иви.ру поможет вам встретиться. Иви.ру подскажет и покажет. Для лиц старше 18. Живи в нашем ритме. Наше радио разыгрывает билеты на наши лучшие мероприятия. На этой неделе. В воскресенье. Смысловые галлюцинации. Дельфин. Мегаполис. Наше радио. Радио, которое живет для тебя.
Есть что сказать? Говорите. Пишите письма на info@nasha.ru. СМС на 5283. На связи. Наше радио. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Дорогая, это рок-н-ролл. Группа «Чайф». Вот я считаю, что у нас есть, конечно, определенный такой комплекс вины перед нашими женами, потому что мы их обманули в свое время. Они не выходили замуж за рок-музыкантов. То есть, в принципе, они выходили совершенно за парней других профессий, а о том, что ты рок-музыкант, надо предупреждать, как некая наследственная болезнь. Честно, прямо, женщина, то извини, но вот я, правда, еще на гитаре играю. А потом как-то оказалось, что мы на лету переобулись и стали типичные оборотни с гитарами, да, как у Гарика в песне поется. Не знаю, я вот своей лично завидую. Такого парня оттопырило, это же просто каждый день видеть такого человека, это же праздник. Расскажи про свою героиню на наше.ру. Награда найдет самую терпеливую и понимающую. С 8 марта, дорогие. Раньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама, да чего хорошо! Бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона. Вторая смена на нашем радио.
продолжает охоту утиную. Первые две утки, друзья, слушайте, пожалуйста, внимательно. Если вы только что присоединились, Юрий Куклачев провел в Жигулевской колонии урок доброты и научил заключенных жонглировать. Слово «цирк» присылайте. 5283, пожалуйста. Вторая утка пришла из Алтая, где грабитель на коне выхватил у прохожего пакет с водкой и ускакал. Казак на 5283. Также присылайте, пожалуйста. Третья уточка вот пошла. Утиная охота. Банковская система терпит кризис. Где и в какой валюте хранить деньги, не знает никто, заявили в Центробанке Российской Федерации. Слово «будущее» номер 5283, если вы нам не верите. Я прочитал еще тревожнее, чем это звучит. Я вообще тревожная. Да. Ну, я вообще переживаю. Мне кажется, у них эта задача в день не меньше 3 лицензий отзывать. План делают. Наверное, не просто так. Вот, Люда. И непонятно как. И сами они говорят, что тоже им непонятно всем. Ну, сами они, я так понимаю, в наших банках деньги не хранят. Да, ни в каких валютах. Поэтому им-то, в общем, похрен, но понимаешь, что... Один закрыли, второй. Ну, честно, признаются, что не знают, друзья. Не знают. Не могут нам ничего посоветовать, потому что их возможности и наши возможности – это абсолютно разные возможности. Чувствую, как по многим, по спинам многих из вас сейчас тонкой струйкой потек холодный пот. Но, друзья, правда это или нет, мы узнаем позже. Это правда. Будущее номер 5283, заявление Центробанка, цитирует агентство: банковская система терпит кризис, где и в какой валюте хранить деньги, не знает никто. Вторая смена на нашем радио. Две капли неба, взгляд и тень, подолу хитрый лабиринт. По зеленеющей траве апрель снимает старый палантин. И уже созанело мною губное тело. День прожит, тебя не видеть, словно чашу. Чашу я да выпить, и уже сам.
Здравствуйте, с вами программа музыкальных новостей «За сценой», я Марина Карпова. Сегодня поговорим о новых песнях «Наива» и DVD «Смысловых галлюцинаций». Группа «Наив» работает над новым материалом. Музыканты много репетируют, и несколько песен уже готово. Правда, по словам Чачи Иванова, говорить о точных сроках записи и выпуска нового материала пока рано. Дело в том, что мы находимся сейчас, как группа, в таком состоянии, что по большому счету нам не нужно писать новых песен. Публика, на самом деле, на концерте, по крайней мере, она не хочет новых песен. Она как раз хочет старых песен. Тех песен, которые она хорошо знает, которые ей легко подпевать. И в этом смысле группа могла бы себе позволить вообще не писать ничего нового. И мы это делаем, мы пишем эти песни новые не потому, что нам нужно что-то там, а потому что просто, ну, хочется написать новую песню. И хочется уже, если опубликовать ее, ну, быть в ней уверенным, понимать, что она хороша. Осенью группа «Наив» представит слушателям новую концертную программу. Первым городом, который посетит группа в рамках тура в поддержку нового материала, станет Вологда. Дата концерта уже известна, он состоится 25 октября. А 1 ноября «Наив» выступит в Москве в клубе «Стадиум Лайф». А группа «Смысловые галлюцинации» в этом году планирует порадовать поклонников новым видео. Музыканты отсняли первый концерт юбилейного тура в честь 25-летия, который состоялся 22 февраля в Екатеринбурге. Да, мы все это дело снимали. Мало того, впервые мы очень серьезно озадачились по поводу видеоряда, света, помимо, как всегда, звука. Да, у нас работала огромнейшая команда, которая готовила специальное видео для концерта. И все это дело мы снимали. Я очень надеюсь, что мы успеем к августу этот DVD сделать, ну и какую-то часть будем показывать заранее, да, то есть постараемся раз в месяц, например, по песне выкладывать куда-нибудь в интернет. Все в порядке, все нормально, я беру тебя с собой, я беру тебя с собой, в темный омут головой. Юбилейная программа группы «Смысловые галлюцинации» называется «25 лет, все в порядке». В рамках первой части тура команда посетит Сибирь и Дальний Восток, а также Германию и Чехию. Лето пройдет в традиционных фестивальных поездках, а осенью группа отыграет концерты в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Причем в родном городе «Смысловые галлюцинации» планируют сыграть новую программу вместе с оркестром. Продолжится осенний тур в Украине, Белоруссии и европейской части России. На этом у меня все. С вами была программа музыкальных новостей «За сценой» и я, Марина Карпова. Счастливо! «За сценой». Вторая смена на нашем радио. Подводим итоги утиной охоты, друзья дорогие. Давайте разбираться. Всех волнует, да все волнует всех. Всех волнует, чем жонглировали заключенные под руководством колонии. Юрия Куклачева. Да, мы надеемся, что все-таки не кошками. Хотя все, правда, урок доброты в этой колонии прошел. Мы даже не сомневаемся, что посетившие этот урок стали чище и добрее. Потому что Юрий Куклачев наш все. На Алтае грабитель на коне. Это не съемки фильма вестерна. Да, грабитель на коне. Не да, метафора. Мужик нажрался, где-то лошадь взял. Стандартная, в общем, схема. Ездил по всему там поселку. Вот, видит, глядь, идет прохожий с водкой. Эй, прохожий, проходи. Да, пока не получил. Ты ускакал. Вот, бедный прохожий, я с другой стороны. Же можно заикой, да, наверное, остаться. Слышишь, так, хрень такая на этом. Люда, они там закаленные, у них через день вот такие чрезвычайные происшествия происходят. На коне. Так, с банковской системой не то чтобы все в порядке, но официальных заявлений не было. Да, считайте, что вы от нас получили это официальное заявление. В общем, будущее надо было прислать для победы. Инна с номером 620 это сделала 6-й. Как и нужно было. И 2 билета Инне мы вручаем на концерт группы «Смысловые галлюцинации» на 8 Инна марта в клуб «Б2». Да, все, очень скоро итоги сегодняшнего дня, да это и последний на самом деле. День нашей акции замечательной «Дорогая рок-н-ролл». Последнее приглашение на двоих на уникальные кулинарные курсы обязательно найдет свою героиню. Вторая смена на нашем радио. Let's go.
не уходи. Мы ждали лета, пришла зима. Мы заходили в дома, но в домах шел снег. Мы ждали завтрашний день, каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами век. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой, в наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно, выбирай. Хотели пить, не было воды. Мы хотели света, не было звезды. Мы выходили под дождь, пили воду из луж. Мы хотели песен, не было слов. Мы хотели спать, не было снов. Мы носили траур, оркестр играл. В наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой, в наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь, что тебе нужно выбирать. Наша реклама. Национальная служба новостей. Все, что вам нужно знать. Каждый день и каждый час. Достоверная информация. Люди, мнению которых вы доверяете. Привет, меня зовут Шура Бедва, и вот мое мнение. Национальная служба новостей. Другим добавить нечего. Больше информации на сайте nsn.fm. Эльдорадо. Пробиваем путь к низким ценам. С 4 по 10 марта ударная скидка до 30%. Мультиварка Redmond с 16 программами приготовления всего за 3499 рублей. Эльдорадо. Так просто жить лучше. Подробности в магазинах Эльдорадо. Один белый, другой серый. Серый? У тебя что, заработок серый? Ну, часть в конверте. А что такого? Главное, платят. Ой, зарплату-то платят. Только вот пенсии в конверте не бывает. Внимание, работающих граждан! Только с белой зарплаты формируются ваши пенсионные права. Только с белой зарплаты рассчитывается ваша будущая пенсия. Для того, чтобы узнать, как работодатель платит страховые взносы на вашу будущую пенсию, внимательно изучайте выписку с вашего индивидуального счета в пенсионном фонде. Получить выписку можно лично в пенсионном фонде через сайт госуслуги.ру или по почте. Пенсионный фонд России. «За рулем» – автомобильный журнал номер один в России. В мартовском номере. Сравниваем конкурентов и выбираем идеальный хэтчбек. Эксклюзив «За рулем» – детальный тест 15 популярных летних шин. Вся правда о результатах зимней эксплуатации бюджетных седанов. Первый подробный тест будущего бестселлера – «Шкоды Рапид». Журнал «За рулем». Свежий номер уже в продаже. В ближайшем киоске и на iPad. Для лиц старше 16 лет. Живи в нашем ритме. Слушай живые выступления в нашем эфире. 6 марта, 7 вечера, вторая смена. Группа 7Б. Может, не стоит об этом петь. И если ты прав, придется терпеть. И прослушал, не успел. Всегда в доступе на наше.ру. Наше радио. Радио, которое живет для тебя.
проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Вторая смена на нашем радио. Дорогая, это рок-н-ролл. Итоги сегодняшнего дня будут подведены, и мы выдадим одной из ваших героинь. Да, приглашение на уникальные кулинарные курсы, друзья. К нам в редакцию поступило очень много писем на сайт «Наша.ру», где вы рассказываете о своих героинях, мамах, бабушках, дочерях. Ну, дочерях, кстати, никто не рассказывал. Ну, неважно. Имели такую возможность. И мы хотим ваши письма, которые к нам как раз сегодня поступили, зачитать. А потом уже выберем победительницу. Я хочу начать со слова «любовь». Да. Вы хотите начать, да, Людмила? Да, хочу начать со слова «любовь». Хорошо. Тем более, что это не просто слово, это еще и имя, мамы. Пишет сын ее, как мы поняли из контекста. «Хочу поздравить мою любимую мамулю. Моя мама – герой по жизни». Мало того, что у нее трое детей и все сыновья, так еще я, так еще один из них я. Ну, как это было у отца три сына, я так, ну, примерно такой контекст. Юность у меня была очень бурная, с плохими компаниями, алкоголем, сигаретами, непосещением школы. Постоянно убегал из дому, а она по-прежнему любит меня. Герой. Воспитала, образование дала. Спасибо тебе за все. Следующая история посвящается Анжеле, с которой наш слушатель познакомился в 2010 году. По ошибке попал в тюрьму, освободился, шли годы. Мы писали друг другу, иногда созванивались, ждала и ждет. Я благодарен ей за все и хочу провести с ней жизнь, с Анжелкой. Mm-hmm. То есть... Анжел, на самом деле, молодой человек ей позвонил, рассказал, что случилось, и предложил меня не дожидаться. Вот как интересно. Анжела, я тебе звоню, давай ты не будешь меня ждать. Ну, что же, он понимал, на что придется ей идти. Анжела все равно ждала. Супруга Елена, вот, пожалуйста, еще одна героиня. Героически отправилась к месту службы из Петербурга в Мурманскую область. Причем, надо сказать, что пишет нам офицер подводного флота России. У нее просто нет соперниц, потому что понимать и терпеть такого ворчуна, как я... Видимо, просто невозможно. Невозможно. Да. Когда мне досрочно пришлось закончить службу, она смогла понять и принять даже то, что необходимо снова ехать и уже на этот раз в Москву. Вот это действительно удар судьбы. Мы понимаем, никакая Мурманская область рядом не стояла. И то, что я вообще могу принять участие в этом конкурсе, всем этим я обязан. И все только благодаря моей героической супруге. Вот такой Елене. Вот рассказ декабрист. Да, замечательная декабрист. Фотография, Людмила, обратите внимание. Да, фотография действительно. Семейное вот фото. Какой я вывод сделала? Мы еще, естественно, не все истории прочли. Из писем, которые поступали в редакцию в рамках акции «Дорогая, это рок-н-ролл», что, в общем, мужики, они многое понимают. Ну, не многое, но что-то понимают. Но каждый раз наступают на одни и те же грабли. Это правда. Уникальные курсы кулинарные. Приглашение на двоих ждет одну из наших героинь. Совсем скоро мы подведем итоги, друзья наши. Угу. Почитаем вот. Еще ваши письма обязательно. Тем более, что их у нас еще очень много. Когда летний туман пахнет вьюгой, когда с неба крошится труха, когда друга прирежет подруга и железная вздрогнет саха, я один не теряю спокойства, я один не пру против рожна. Мне не нужно ни пушек, ни войска, и родная страна не нужна. Что мне ласковый шепот засады, что мне жалобный клёкот врага. Я не жду от тиранов награды и не прячу от них пирога. У меня за малиновой далью на далекой лесной стороне спит любимая в маленькой спальне и во сне говорит обо мне.
плакать, ни петь. Между левой и правой грудью на цепочке у ней моя смерть. Пусть ехидные дядьки с крюками бьются по ней, словно гроза. Черный брахман с шестью лесниками охраняют родные глаза. Прекращайся немедленно, вьюга, возвращайся на небо, труха. Воскрешай своего друга, подруга, не грусти, дорогая саха. У меня за малиновой далью равнозначной вечной весне спит любимая в маленькой спальне и во сне говорит обо мне, всегда говорит обо мне. Вторая смена на нашем радио. Ну что же, друзья, наверное, последний героини, последний раунд в рамках «Дорогая, это рок-н-ролл», нашей праздничной акции. И самое время, наверное, будет выдать приглашение на двоих на уникальные кулинарные курсы Людмила. Громко, то есть капслоком пишет человек о своей супруги Натальи. Это где? А, да. Моя жена заслуживает звания самой терпеливой и отважной в мире. Она мне простила измену. Она терпит, когда я играю на гитаре нашу музыку. Это хуже измены, мне кажется. Она терпит мое влечение к политическим событиям. Какие влечения у мужчин страны. И готова часами сидеть или лежать рядом, хотя ничего не понимает. Хотя ничего не происходит. Человек. Если вы мне позвоните, я вам докажу, что она реально заслуживает это звание. Я ее обожаю, боготворю. Вы нам уже все доказали. А про измену ты читала? Вот, да. Простила измену, да, и вот терпит, когда нашу музыку. Меня как. То есть я тебе говорю, что-то они все-таки понимают, но не научились до сих пор делать выводы. Да, это правда. Дальше. Дальше, друзья. Лариса. Лариса – это мама. Лариса очень сильная женщина. Она 3 раза преодолевала рак. Она очень любит и ценит жизнь. Всегда приободряет, помогает окружающим. Никому не откажет в помощи. При этом еще много работает, успевает учиться. Особое внимание уделяет готовке и созданию уюта в семье. Уже умеет готовить. Ну, будет еще лучше уметь. Хорошо, договорились. Елена и Аня. Две самые близкие женщины. Значит, Елена – это мама. Елена – мама, да. С которой мы за всю жизнь даже не ругались. Господи. Когда приходили тяжелые времена, она не падала духом. Я чувствовала, что не так уж грустно нам живется. Она мне как подруга, только лучше. А еще у меня есть любимая девушка Аня, которая соответствует всем моим заморочкам на 100%. Даже ко дню Святого Патрика подарила мне килт. Я нашел ту девушку, с которой мне будет весело всю жизнь. Желаю вам найти вторых половинок, и чтобы мамы вас любили, а вы любили их. Женитесь скорее. Ну, нашел ту девушку, которая... Весело бы. Когда свадьба-то? Да. И все-таки кулинарные курсы, они не про веселье. Нет. Они про долг. Они вообще про труд. Так, что у нас еще? Александра. Александра, Сашка очень добрая, веселая девчонка, всегда чем-то занята, но, к сожалению, ее часто преследуют травмы. И сейчас у нее разрыв ПКС. Людмила подсказала, что это крестообразная связка. Передняя. Как... Коленка. Да. Да, дочь травматолога. Инвалид. Да, всех войн. Она невероятная оптимистка, но еще и беременна. Никогда не опускает руки, за друзей и близких готова всех порвать. Настоящий друг никогда не предаст, приютит, обогреет, если это надо человеку. Также она понимающая и умеет читать мысли. Непонятно, вот кто пишет. Ну, товарищ. Отец ребенка? Я не знаю. Мне просто... А может, подружка вообще как-то? Тут вот непонятно. Разрыв ПКС и беременна. Явно человек близкий, потому что знает такие интимные подробности из жизни. Александр. Вот. Причем все это могло произойти в разные последовательности, друг. А могло и одновременно. Но, Людмила, у нас не юмористическая сейчас передача. Нет, конечно. Давай, Александре. Она беременная, времени у нее много, будет ходить на курс. А как нам будет стоять, как ты любишь говорить? А с этим, с ПКСом? Не знаю. Че, девочка молоденькая, пусть учится готовить. Явно не умеет. По лицу, чувствую, не умеет, понимаешь? И нашим...
благодаря движениям наших рук, приглашение на двоих на кулинарные курсы уходит Александре, который... пригодятся вот все эти знания, полученные на кулинарных курсах. Уникальны они действительно, ребята, потому что уже мы отправляли пару своих сотрудниц, после чего нам удалось их удачно выдать замуж. Выдать замуж, да. Они теперь сидят дома и готовят своим мужьям-олигархам. Ерунду какую предлагаем. Это правда. Александра, мы вас поздравляем. Вы, конечно, извините, что мы так как-то фамильярно. С улыбочкой, да. Ну, просто нам вот как-то так забавней. Поздравляем вас с наступающим 8 марта. Всех. Без исключения. У нас не будет больше такой не возможности. Будет такой возможности. Но подождите, мы когда-то расстаемся. Друзья, буквально через несколько минут здесь в студии второй смены концерт группы 7Б. Вопросы, которые вы задаете уже сейчас в группе нашего радио ВКонтакте 5283 и страница второй смены на наша.ру. Большие города. Реклама. Беквемликхет. Повторяйте за мной. Беквемликхет. Что это значит? Это специальная серия автомобилей Volvo XC60 и Volvo XC70 с полным приводом в роскошной комплектации, дополненной пакетами зимний и обзор. Это значит комфорт, а по-шведски Беквемликхет. Повторим еще раз. Автомобили Volvo XC60 и Volvo XC70 серии Беквемликхет. Настоящий комфорт по-шведски. Вы нашли свою половину. У вас есть семья. Чтобы у вашей семьи появилась квартира, в жилом комплексе «Акварели» действуют специальные условия. Заплатите половину стоимости сейчас, а вторую половину через год и без процентов. Жилой комплекс «Акварели» в Балашихе от компании «Текта Групп». Звоните 8495-797-4949. Предложение ограничено. Застройщик ООО «Текта Восток». Проектная декларация на сайте tekta.com. Праздничный концерт в честь дня рождения группы «Князь». Все самые любимые песни и презентация нового сингла. 7 марта. Москва-Холл. Билеты по телефону 644-22-22 и на сайте концерт.ру. 16+. Мы привозим красивые цветы со всех уголков мира, чтобы вы могли поздравить любимых. В гипермаркетах «Оби» вас ждет огромный выбор букетов и цветущих комнатных растений по доступным ценам. «Оби», мы привезли вам весну. Этой весной Банк Интеркоммерц представляет вклад «Несгораемый процент плюс». Банк Интеркоммерц. Досрочно вклад забрал, проценты не потерял. Высокие процентные ставки. КБ Интеркоммерц. ООО. Вклады застрахованы в соответствии с законодательством РФ. Наше радио и Ультрапродакшн представляют. Господин
хороший. Опять разрешили. Стихи Дмитрия Быкова и Андрея Орлова в хамском исполнении Михаила Ефремова. Специальный гость Вася Обломов. 15 марта в Театре эстрады. Господин хороший. Начало в 6 вечера. Справки и заказ билетов по телефону 644-22-22 и на сайте концерт.ру. 16+. Только ты решаешь судьбы всех артистов хит-парада, и никто другой не сможет повлиять на выбор твой. Голосуй умом и сердцем за любимого артиста, за достойного из лучших, и он сможет победить. Каждую пятницу в 7 вечера на нашем радио «Хит-парад Чартова дюжина». Чартова дюжина. Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе объявят музыкальные итоги недели. Чартова дюжина. Чартова дюжина. Первым может быть только один. Наше радио. Наша музыка. Сделано в России. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Национальная служба новостей. Новости не знают границ. В эфире новости НСН, в студии Артем Артюмов. Депутаты Госдумы видят в референдуме шанс Крыма на справедливость. Вынесенный на референдум вопрос о вхождении Крыма в состав Российской Федерации представители российских партий назвали естественным силу исторического братства России с автономной республикой. По их мнению, если вопрос будет решен положительно, это восстановит историческую справедливость и обеспечит безопасность на территории Крыма. Тем временем крымские татары призвали бойкотировать референдум о присоединении к России. Об этом заявил председатель Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров, сообщает Интерфакс Украина. По словам Чубарова, данное решение было принято на заседании Меджлиса 5 марта, еще до изменения даты референдума. А вот президент Сирии Башар Асад выразил солидарность с действиями президента России Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине. Он направил Владимиру Путину телеграмму, в которой от своего имени и от имени сирийского народа выразил солидарность с усилиями российского президента по восстановлению безопасности и стабильности в дружественном государстве Украина. «Нафтогаз Украины» заявил о том, что рассчитался с «Газпромом» за импортированный в январе российский газ. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании. При этом сумма, которая была выплачена украинской стороной, не уточняется. Как ранее писал «Федерал Пресс», по последним данным, долг Украины за российский газ приближается к 2 миллиардам долларов. Минэнерго Украины признавалось в том, что страна не может выплатить долги и надеется на помощь Европы. И к новостям столицы. Власти Москвы планируют снизить возрастной порог для приема в дошкольные учреждения. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников, со следующего года в детские сады начнут набирать с 2 лет. По его словам, сейчас минимальный порог составляет 2,5 года, хотя по правилам должно быть 3. Печатников также подчеркнул, что на сегодняшний день, вопреки слухам, ни одна ясельная группа в московских садах не прекратила работу. Вы слушали новости НСН. Еще больше информации на сайте nsn.fm и на страницах нашей официальной группы ВКонтакте. Сегодня в 20:00 в эфир выйдут авторские новости. Выпуск представит заслуженный художник России Никос Сафронов. Национальная служба новостей. Наша музыка. Наше радио. Сделано в России. Последняя любовь. А по небу бегут, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я. Это может нас ждут, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет.
пошла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Радость полными застольями и земными поклонами станем, выпьем. И за всех помолчим, месяц полон, мир шатается, язык, ноги заплетаются, вспомним, скажем, брат брату нужные слова. А по небу бегут, видишь чьи-то следы, это может быть ты, это может быть я, это может наш дух, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Уважаемые друзья, встречайте Катя Сундукова и Людмила Стрельцова. Вторая смена на нашем радио. Все только начинается. И, конечно же, группа 7Б сегодня в студии нашего радио, в студии второй смены. Добрый вечер, здравствуйте, молодые люди. Говорить, правда, может... Как? А, четвертый? Да-да-да. Все. Я все на всякий случай, да, включила. Может, говорить Иван Демьян. Вань, здрасте. Ну, и с прошедшим вас. Добрый вечер. С днем рождения. Всем, да, спасибо большое. У нас не было другой возможности. Мы ждали, когда вы придете сюда, в студию. Чтобы поздравить. Да. Правда. Ну, и 13 лет вашей группе. Ну, да. В этом году. Да. Сегодня вообще миллион поводов каких-то. Дует. Молодая Эритрея уже 13 лет. 13 лет. Возраст-то такой, в общем, уже солидный, да? Нормальный, но уже почти добираемся к совершеннолетнюю, подбираемся. 18. Еще. Да, но пока еще такие малолетки, в общем, все только начинается так нормально. А вообще в приметы верить? То, знаете, как 13 лет, думаешь, ну все, сейчас ну, музыканты самый, начнут самый работу примет, искать. Моя самая любимая примета – это 13, но так связано даже с числом рождения, поэтому одна из любимых моих дат, я считаю, это такое... счастливая. Нормально. Мне катит 13. Угу. Ну все, тогда то будет, да. Спокойно. Очень удачный год. Я сразу хотела спросить, Иван, что происходит с вашими музыкантами. Такое ощущение, что зима для них, и да ее не было просто, она не существовала. Они в каком-то невероятно приподнятом состоянии. Обострение у вас. Да, угу. Вот обострились все. Ну, обострение загара, хорошего настроения. Как-то вот незаметно это... осень перешла в зиму. И это был такой плодотворный труд в студии, запись нового альбома нашего «Бессмертный». И реально так незаметно все это летит время, что вот очнулись сейчас весна. Вроде выпустили альбом, и тут проехали в поддержку нашего альбома и на Дальнем Востоке. И вот
честно слово, даже не видно, как 13 секунд пролетело. Все это зима, вроде так нормально перезимовали. Сейчас весна, и готовимся к нашему дню рождения. И думаю, это... То есть вы сейчас находитесь в состоянии гастролей, да? Ну, да, активного полетного состояния, вот такого... активации к часовым поясам, вот угу. Все такое вот. Ну да, с Дальнего Востока. Да завтра уже состоится концерт. А завтра концерт в Москве будет? Завтра, да, концерт в Москве у нас в Моноклабе. Ждем угу. всех. Это первый стартует день рождения вот этого мероприятия. И плюс дальше в замечательные города, как Коломна, Тверь, Санкт-Петербург. Угу. А дальше, я так понимаю, еще и по Украине. Да, нас ждут очень на Украине, и я чувствую и знаю, что мы очень нужны и необходимы там, тем именно. Людям, да, именно там. И это будут и Винница, рад, Киев, да, Харьков. Рад и счастлив именно там быть, невзирая вообще ни на что. И я думаю, что это именно то, что нам надо. И им. Угу. Это здорово. Завтра, значит, Моноклаб. Моноклаб, да, новое... начало во сколько? 8-9 вечера. Ну, где-то примерно у нас всегда так называется. 8-9 вечера. Ну, гостей, как обычно, гости должны как-то обвыкнуться, привыкнуть к сцене, к свету. Принять уже что-то такое веселящее, да, как-то? С сюрпризами. В общем, все поиграем, все с наших, всех предыдущих 7 альбомов. Поиграем разные замечательные песни. Плюс есть возможность всем выкриками из зала заказать себе песню, как мы сыграем, готовы сыграть любую песню, да, и со всех вот и всех альбомов каждая песня у нас это, готова, можем поиграть, спеть. А давайте уже прямо сейчас начнем обвыкаться, привыкать, разогреваться перед завтрашним концертом. Будем считать, что у нас сегодня такая генеральная репетиция. У нас группа 7Б в эфире. Хочется напомнить все координаты для связи. Это наш сайт, наша ру, страница второй смены. Это наше радио ВКонтакте. Конечно же, смс-номер 5283. Задавайте свои вопросы. Приступаем. С новенького, со старенького. Раз так, уже пошел некий... Праздники, и весна, и впереди буквально тоже с наступающим всех 8 марта. Да, да, это обязательно. Когда вышел наш альбом «Молодые ветра», и песня была в эфире, и иногда я частенько слышал эту песню тоже на нашем радио, «Споила весна». Поэтому, я думаю, так на позитивчике мы начнем. Откроем сегодняшнее выступление. Погнали. Месяц май, ветер в голове, волю дай и не скучай, губы не кусай, позови любовь, а что ей смучит, глазки покажи ей, а между прочим, закажи тройной поцелуй и дуй, дуй, дуй. Ржавый гвоздь и горевать брось, душу брось, позови любовь, а что ей смучит, глазки покажи ей, а между прочим, закажи тройной поцелуй и дуй, 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 ду
Катя Сундукова и Людмила Стрельцова. Вторая смена на нашем радио. Вот сейчас уже полноценно чувствуется весна здесь, в студии и в ваших приемниках, где бы вы ни находились. Мы раз заговорили о дне рождения Ивана, который недавно совсем он отметил, тут же начались вопросы, сколько же лет солисту группе. Ну, такой, как это называется? Это удобный, уместный вопрос в отношении мужчины. Ну, конечно, я понимаю это. Как он называется, получается, когда там... Это 45 там и там... Да, Иван Ягодка опять. Ну, там про баб, конечно, мы можем как-то... нормально. Переделать немножко. Все нормально. Группа 7Б у нас в эфире. Вечер.наша.ру, наше радио ВКонтакте, номер 5283. И не забывайте, что завтра, 7 марта, вы можете вместе с группой, в общем, и 8 отпраздновать, и услышать новые песни, да, группы 7Б, у которой недавно вышел альбом «Бессмертный». Слушайте, ну «Бессмертная» — это же как-то нескромно. А мы вот выпустили «Бессмертный» альбом. Да, звучит. Это же как-то, знаете... Звучит. Или это только я? Ну, это я понимаю, и когда я называл, я понимал это вот это ощущение. Тот, кто услышит, что это да, вот это. Но это отвечает каждое творение, которое находится на этом альбоме, каждая песня. И в целом альбом... Я вижу отзывы, я вижу, слышу, я вижу какие-то рецензии. И в основном вся аудитория, кто есть, как он точно попадает в точку и отвечает за свое название. Ну, понятно, да. Вам не стыдно за тот продукт, нет, который вы производите? Совершенно нет. И совершенно уверенно, и прямолинейно, и прямоцельно я могу заявлять, мне... стыдиться нечего. Это здорово. Иван, а вы живете в Москве, да, насколько я понимаю, что у вас вполне себе такая московская живу группа? Живу везде. Если мне нужно сейчас быть в Москве, и, так как это притянуто к стартовому альбому и дне рождения, быть сегодня у вас здесь в эфире, значит, я должен, ну, как мое состояние, моей ситуации обязывает меня быть здесь. Если мне нужно быть в другом месте, я в другом месте. Поэтому города и географические меридианы, квадраты километров гражданин мира ждут такой, меня. Да. Ну, в общем, инопланетен. Как. А так, а все равно... А вот прописка, где дома? Да? Где дома? Прописка у меня Воронежская область, поселок Талово. Я сейчас вот поехал паспорт менять и сдал паспорт, и мне выдали такое временное удостоверение пока. Классная штука. Ну, то есть, а вот так вот место, где дом? Все-таки дом, вот он там, в Воронежской области, или нет? Интересно просто понять... Место, может быть, дом детства, где я родился, я тоже меня тянет туда. Место, где дом, и сколько я в Москве очень много лет жил на одной из ВДНХ, тоже замечательное место, где дом. Место, дом там, где тепло, и тебя ждут, уютно. Я насколько понимаю, поэтому что и на Украине дом, вам довелось пожить. Поэтому 7Б уже столько аудитории по всей стране, и, можно сказать, и планете. Есть очень много людей. Когда ты воспринимаешь, все уже мы как семья, и ты приезжаешь, и реально, тебя везде ждут, все тепло, все хорошо. Иногда думаешь, куда меня вот несет, я бы здесь остался. Ну, я могу сказать, надо, что это... да, но просто есть, допустим, люди, которые говорят, мы играем там чисто питерскую музыку. Вот очень много, да, из Санкт-Петербурга людей. Есть, допустим, группа Чаев, которая никуда не собирается там уезжать из Екатеринбурга, которая там в Свердловске родилась и в Екатеринбурге помрет, да, как бы, ну, так вот, грубо говоря. Вот, а есть люди, которые, наоборот, считают, что какая разница, где мы живем. То есть на вас, я так понимаю, города не накладывают отпечаток никакой, да, или все-таки, когда вы в Москве, допустим, у вас пишутся одни песни, когда вы в Воронежской области другие, когда вы в Молдавии, вы пишете Молдова, да, сейчас называется? В Молдове, да? Вы пишете, то есть у себя там, скажем, на исторической родине, у вас пишутся совсем другие песни. Или такого нет? Нет, песни, они пишутся, могут писаться в разных географических точках. Это зависит, если, тоже от твоего настроения, состояния духа. Может быть, совершенно другая погода в том городе или ином, но песня написалась вообще о другом. А ты можешь находиться в другом месте, но написать песню совершенно о другом участке планеты вообще, или вообще о другой теме. Поэтому эта песня не поддерживается именно тем, что если я в Питере, вот я сейчас... Ну, то есть вы географически независимы. Я написал песню про Питер, никогда не побывав там. Поэтому эта песня как-то
по-другому. Ну, да, это происходит. Как Земфира написала песню, мне приснилось, не было Лондона, никогда не была в Лондоне, написала песню, потом теперь уже побывала. Вот часто бывает. Так, ну, наверняка. Товарищи, давайте прервемся. Да, нам нужно прерваться на 3 минутки. Сейчас только напомню, группа 7Б у нас в гостях. Свои вопросы направляйте на наши интернет-страницы и на номер 5283. Наша реклама. Дарите любимым не подарки, а подарки и подарки. В феврале и марте Enter удваивает подарки. Подробности на enter.ru и во всех магазинах Enter. Enter – все товары для жизни по интернет-ценам. Премьера на ТНТ. Я убегу из дома и пойду работать стриптизершей. А я найду этот стриптиз-клуб и убью тебя. Тебе бы только по стриптиз-клубам шататься. Дружба народов. Сегодня в 20:30 на ТНТ. Для детей старше 16 лет. Этой весной Банк Интеркоммерц представляет вклад «Несгораемый процент плюс». Банк Интеркоммерц досрочно вклад забрал, проценты не потерял. Высокие процентные ставки. КБ Интеркоммерц ООО. Вклады застрахованы в соответствии с законодательством РФ. К 8 марта, чтобы всегда быть на коне, дарите себе и близким знаменитый шампунь, маску и лак «Лошадиная сила». Потому что каждая женщина должна позволить себе сексуальную яркую внешность. А «Лошадиная сила» – пожалуй, самый желанный подарок ко дню 8 марта. А еще желанным и любимым дарите крем «Буренка». Скоро переезд. Где, кстати, моя коллекция магнитиков? Вон, 3 огромные коробки. Мам, а еще мой конструктор нужно взять. Фух, так, 115 коробок. А ничего не забыли? Пап, а Мурзик? Ой, 116. Переезжайте в новый дом. Квартиры с готовой отделкой в микрогороде в лесу. Первая очередь сдана. Подробности по телефону 495-645-0055. Проектная декларация на сайте микрогородвлесу.ру ООО «Дживосет». Условия складываются на редкость удачно. Вас ждет отличное предложение от BMW. Станьте владельцем нового BMW 5 серии до 31 марта 2014 года. Подробности на сайте bmw.ru. BMW. С удовольствием за рулем. Мы привозим красивые цветы со всех уголков мира, чтобы вы могли поздравить любимых. В гипермаркетах «Оби» вас ждет огромный выбор букетов и цветущих комнатных растений по доступным ценам. «Оби», мы привезли вам весну. Наше радио представляет. Ленинград! 7 марта в концертном зале «Стадиум Лайф» специальный праздничный концерт группировки «Ленинград». «Ленинград» в «Стадиуме». Коллекция новейших боевиков и душераздирающей классики. Заказ билетов по телефону плюс 7-495-644-22-22 или на сайте концерт.ру. 18+. Дарите любимым не подарки, а подарки и подарки. В феврале и марте Enter удваивает подарки. Подробности на enter.ru и во всех магазинах Enter. Enter – все товары для жизни по интернет-ценам. Наше радио ВКонтакте. Еще больше нашей музыки, наших новостей, наших людей. Привет всем, меня зовут Александр Леонтьев, он же Ленигат. Все самые свежие новости от группы «Северный флот» ищите в сообществе нашего радио ВКонтакте. vk.com/наше. Все наши уже там. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Вторая смена. Катя Сундукова и Людмила Стрельцова. Все только начинается на нашем радио. Слава богу, все на своих местах. Мы продолжаем. Вторая смена. 7Б. Сегодня в гостях у нас ваши вопросы в группе нашего радио ВКонтакте. 5283, номер нашего смс-портала и страница второй смены на сайте нашего радио. Бессмертный альбом совсем недавно был опубликован группой 7Б. Сейчас группа 7Б в бессмертном туре. И завтра будет концерт в Москве. В моноклабе. Да. Это на всякий случай. Да. Восемь-девять вечера. Начало. Да. Ну, приходите пораньше лучше. Завтра короткий день, мне кажется, у всех перед праздником. А я думаю, многих не успеет начаться. Вот у вас бухгалтерия. На работе остался. Не, ну, я думаю, что не стоит. Давайте продолжать песни петь, друзья. Ждем всех. Ну, ладно, давайте споем «Мой генерал». Отлично. We'll be right back.
не жалеть об этом, когда нарвешься на особый случай. В каждом из нас есть какая-то кнопка, стоит нажать, и она как пробка. Свет выбивает из вас электронов и отпускает тебя на все стороны. Каждому свое, в своем направлении. Кто за любовь, тому и прозрение. Кто на войну, тому и флаг. И если есть друг, значит будет и враг. И может не стоит об этом петь. И если ты прав, придется терпеть. И шаг за шагом, удар в удар, ты будешь жить, мой генерал. Верь мне, на небе и на земле есть такое чувство, что кто-то в тебе. И неизвестно, хорошо или плохо, он зовет тебе бой до последнего вздоха. И ярче, чем солнце, не светит луна. Так это было и будет всегда. Главное помнить все впереди. И все, что прошел ты, уже позади. Каждому свое, в своем направлении. Кто за любовь, тому и прозрение. Кто на войну, тому и флаг. И если есть друг, значит будет и враг. И может не стоит об этом петь. И если ты прав, придется терпеть. И шаг за шагом, удар в удар, ты будешь жить, мой генерал. Стрельцова. Вторая смена на нашем радио. Все только начинается. Еще раз всем добрый вечер. Группа 7Б в гостях у второй смены. Ваши вопросы задаются. Мы скоро их начнем уже адресовать Ивану. Непосредственно по поводу альбома «Бессмертный». Все-таки хочется еще о нем поговорить. Иван, знаем мы о том, что спортсмены паралимпийской сборной России стали первыми обладателями этого альбома. Как все это получилось, срослось? Каким образом вы в Сочи оказались? Не так давно, да, ведь все это? Это да, не так произошло. Давно мы оказались у них на, можно так было сказать, перевалочный такой санаторий, где да, они их да, готовили именно потому, что кто это команда горнолыжные спортсмены, и поэтому у них шла адаптация, дальше их отправляли куда же там. Во Францию, да, mm-hmm. на подготовку, да, чтобы быть готовыми именно в горах, именно под давлением, ну, в общем, быть полностью подготовленными к этому соревнованию. И мы приехали, очень прекрасно расположились, поиграли для них замечательных песенок.
Очень такие боевые, хорошие ребята с такими блестящими глазами, рвущиеся к победе. Прям молодцы. И у нас оказалось там с нами коробка с дисками, которые мы только забрали с собой со склада. И поэтому они оказались первыми обладателями. Ждем от них побед, много медалей. Да, желаем удачи, потому что только, в общем, начинается только Паралимпиада. Вот тут давайте перейдем все-таки к людям, которые задают вопрос, а то они задают. Из Алексина сразу вот и смс-ка пришла, да. И на нашем сайте недавно, да, я так понимаю, был концерт в Алексине, Тульской области. Летом у них это как отмечается как День город, и очень круглая дата, 200 лет заводу Тяжпром «Арматура». Угу. Вот круто, все так по-серьезно. Завод, да, у них такой, ну, во всем мире он известен, есть хорошие заказы, они чуть ли там и с космосом связаны. Есть хороший завод, нет хороших дорог только. Вот, поэтому большой стадион, который там, и мы уже дважды там побывали, и очень там весь город. Вот Алена из Алексина спрашивает, очень нравятся песни «Портреты», а действительно вы рисуете или кто-то, может быть, из близких, и вот, видимо, о каком-то хобби, да, спрашивает. Дочь вот рисует. Недавно рисунок 7-летний, нас поздравили, кстати, я там в Инстаграме выкинула рисунок с 13-летием группы 7Б. Она нарисовала замок там, и, короче... А, вот еще барабанщик развлекается. Комнату, у каждого там есть по большому месту. Пока все занимаются делом, барабанщик рисует карикатуры. А барабанщик у нас рисует вот замечательный, это вот, в общем, его шарши, да. Также можно и альбомы оформлять, экономить на художниках. Правда? И все, мне кажется, все в семью. Хорошие идеи только подкидываем. Да? Ну, редко неудачные, так что воспользуйтесь, пожалуйста. Нашими советами. Откуда в песнях такая мощная энергетика, интересуется Ирина? Наверное, что-то сильное должно происходить в жизни, чтобы писать такую сильную музыку. Ударник подсказывает, что от него. От него громко играет. Я спросил, эта сила такая всегда, это любовь. Это все вокруг. Любовь вообще к родине, любовь. Я просто не так ощущаю, что... Любовь к жизни, любовь вообще ко всем окружающим. Ну, от всех параметров играния, любви, насколько можно все это любить, ценить и уважать. А бывает так, что нет любви, Вань? Мощь... Ну вот ушла она и к родине, и к женщине. Она может уйти, ты должен найти, даже если вокруг тебя все отвернулось, ты найди вокруг любовь. Даже тот проползающий муравей, и то достоин. Заведи любви, котенка. Да. Именно, найди вокруг любовь. Новая песня. Может быть, это... Может так назваться. Это кому-то как-то непонятно, но для меня это все понятно и ясно. Поэтому я пытаюсь это все выразить через творчество, и поэтому... Кать, мы все путаем причину и следствие. Когда к нам приходят талантливые люди... Он не пришел. Или это, если такая любовь, или она что-то вовремя не пришла, или вообще отказалась больше приходить. Это одна любовь, но есть помимо этого очень много другой любви. Просто... Нет, и все это срастется, и все будут вовремя, вместе, хорошо, дружно, как одна семья. 13 лет, группа 7В. Приходят люди в эфир, которые умеют писать музыку, которые умеют писать стихи и пытаются объяснить на пальцах, как они это делают. А люди, вот, ну и мы в том числе, да, мы не можем этого понять. Мы говорим, ну у вас в жизни что-то происходит необычное. То есть вот так вот для того, чтобы писать стихи, надо, чтобы тебя по башке торкнуло, да, в какой-то момент. На самом деле все же не так абсолютно. Просто наоборот, человек, который, допустим, пишет музыку, пишет стихи, человек, который творческий человек, да, он и мир воспринимает по-другому изначально. Поэтому вот как это, задавать такие вопросы, да, допустим, а как у вас стихи? А как вы стихи пишете? Ой, сейчас я вам расскажу. А, Б, С, алгоритм, да, и у вас тоже получится. Это возможно объяснить. Может быть, какая-то история торкнула год назад, что-то произошло, а может, пройдет год, и вот это состояние, оно вернется, и ты просто вспомнишь, тут как-то та тема, она подвинет тебе к новой теме песни, вот и все. Это... Yeah. Ловишь. И не думаешь, что что-то случилось так, сейчас вот край мне надо написать. И не ждешь, ты живешь обычной своей какой-то жизнью, и когда подходит такое состояние какое-то, оно моментально схватывается. Это идея, это как, опа, они в воздухе летают. Ну, они в воздухе летают, но ловят их только те люди, которым дано их поймать. У кого есть садок. Который, да, это точно. Вот, видимо, постоянная ваша слушательница пишет, на концертах почти к каждой песне у вас есть определенные движения, которые дружно повторяет зал.
откуда пошла эта традиция, какова история этих движений? У вас специально какая-то что это хореографическая подготовка? Может быть, это, у вас... Нет, она как-то эмоционально, руки как-то выдвигаются, но потом это выходит в какую-то статичность, ты понимаешь. Ну, конечно, когда в начале вообще творческого пути какие-то песни, я понимал, вот есть песни, есть свободные вокалисты, но, думаю, музыканты понимают, а есть я, ну как, и свободные, и с гитарой. Иногда... Когда я свободный вокалист, есть гитара, это одно. А если ее нет, вот в тот момент, значит, ну что вот мне здесь в этот моменте делать? Ну, мог постучать в бубен этот, или кому-нибудь, или еще что-то. А происходит, ну, тут думаешь, что... И это такая произвольная фантазия, импровизация. Взять там журавлика, я имею в виду стойку микрофона, что-то типа, там, если это субмарина, я там... то это, да, это какой-то накрыв, ты там под соленым небом это выражаешь, ты в тот момент именно прогружаешься в эту субмарину и так далее. Все это, и со временем это накатывается профессионализм этой всей подачи, и получается такой вот некий мини-театр. Театрализованное представление. Да, история знает случай, даже когда человеку давали гитару, потому что на сцене он вел себя просто как лох. Не знал, куда девать руки, да, и в конце концов ему говорили, я не буду называть фамилии, слушай, ну возьмите уже гитару, займись уже чем-то как-то, потому что... Давайте продолжать, да. Давайте продолжать петь. Группа 7Б у нас в гостях, и вы продолжайте задавать свои вопросы. Наше радио ВКонтакте, вечер наше ру, и... 5, 2, 8, 3. Хотел бы сейчас исполнить. И немножко мы немножко говорили. Я хотел бы представить. Со мной здесь Влад Демьян, мой сын, где поучаствовал в пару альбомов, где одна из песен «Его крылья» и одна песня, которая вошла в наш альбом «Бессмертный», это «Все потом». И немножко все-таки хочется включить. А он не присоединится? Хотя это самое негативное. Новость и тема номер один на планете, но все-таки хочется песнями их вбить, именно направить это все русло в правильный темп, в правильный уровень жизни, чтобы как бы люди немного осознали, что есть намного всего роднее и ценнее, чем вот эти волны столкновения. Так вместе. Все потом. Всем привет. Все потом. Когда удача близка и на руке как блесна сияет твой телефон, ты можешь есть микрофон, тебя услышат, тебя узнают, ага, лови зубами патрон. Когда как будто вперед твой телефон, ты можешь есть микрофон, тебя услышат, тебя узнают, ага, лови зубами патрон. Назад как будто вперед, достали пробки в обход, стоит космический флот, какой-то вдруг идиот, тебе мешает, тебя кидает, ага, лови зубами патрон. Сильные, да смелые, лунные, мобильные, да-да, все потом. Сильные, да смелые, лунные, мобильные, да-да, все потом. В петле забытых дорог мы держим путь на восток. Наш навигатор завис, мы исполняем на бис. Мы все напишем, мы всем сыграем, ага, лови зубами патрон. Земля уходит с под ног, вода несет этот ток, по небу бродит порог, спасая красный цветок. Ты знаешь, скоро война, ты веришь, надо туда, лови зубами патрон. Сильные да смелые, лунные мобильные, да-да, все потом. Сильные да смелые, лунные мобильные, да-да, все потом. Смелые лунные мобильные.
руке, как блесна, сияет твой телефон. Ты можешь есть микрофон. Уважаемые друзья, встречайте! Катя Сундукова и Людмила Стрельцова. Вторая смена на нашем радио. Все только начинается. Вот уникальный какой момент. Во-первых, как похожи голоса. Смена подросла. И... Да. Это вообще похоже, конечно. Мы очень... просим сына тоже присоединиться к нашему разговору. Пожалуйста. Да, Влад, да, конечно. Обижает отец? Дрессирует? Да, да нет. Не попал, да, в ноту. Затыльник сразу. Нет, я просто действительно удивлена, когда Влад распевался здесь, и я не поняла, кто находится в студии, потому что уникальным образом похожи голоса, и тембрально, и в целом. Да, не нужно доказывать отцовство. Все слышно сразу. Здесь у нас уже пошли воспоминания, причем такие интересные. В 2000 году служил в армии, в ВВ, стоял на оцеплении. ВВ — это внутренние войска, не подумайте ничего плохого. Стоял в оцеплении на Васильевском спуске на день города Москвы, с удовольствием слушал 7Б. А когда солист на сцене водки выпил, вот это было круто. Это была не водка, конечно, наверняка. Это водка была такой, вода, чуть-чуть, может быть, это если бы... Это белая вода. Если это было холодно и морозно, это может быть с чайком. Не, водка никогда не присутствует, поэтому я так очень отношусь как-то к водке, так совершенно по-другому. Это может быть... Во-первых, Иван в Молдавии. Ну, какая может быть водка в Молдавии? Коньячок, да, там такое вино, что там не нужна водка. Это все равно, да, что француза водкой напоить. Ну, что смешно, честное слово. Доброго вечера. Группа 7Б предстала передо мной со всей своей лирикой, когда я только начал слушать рок вообще, и наши в частности. Было бы интересно услышать песню «Неизвестный солдат» в живом исполнении. Хорошего вечера и здоровья всем, кто в студии. Я могу только пригласить человека, который это написал, на завтрашний концерт, потому что Иван Демьян обещал даже песни по заявкам, концерт по заявкам устроить. Да. Так что давайте, если так вы что-то, да, хотите ждем услышать завтра в Москве, всех в моноклабе, да. Выкричать свою песню. И да, очень, очень было бы здорово. У меня вообще-то... Давайте, нет, давайте лучше не про меня, давайте про наших слушателей. Почему не так много официальных клипов на ваши песни? В основном любительское вот это рукоделие. Планируете ли вы что-то вот на новый альбом как-то визуализировать? Конечно, планируем. Это очень интересный такой процесс, что-то снимать и так далее. Ну, на данном этапе ситуация сама по себе, насколько я так просматриваю, это очень интересно сделать что-то и выложить только в интернет, потому что сами вообще каналы с клипами, они куда-то вообще музыкальные такие проекты куда-то делись. Клипы какие-то есть, но совершенно не в том формате, который бы мы хотели бы видеть, и я бы сам хотел бы там что-то видеть, потому что там совершенно другие форматы, и с такими клипами, как наши, допустим, и вещами, это совершенно в этот концепт как-то не попадает. Не укладывается. Поэтому, да, многие музыкальные каналы сейчас стали половина шоу, половина как бы не поймешь. Поэтому какой-то прям конкретный... Очень хочется снимать, и ждем сейчас там также от некоторых режиссеров каких-то постановок, которые ждут, они прослушают песни, есть какие-то идеи, и думаю, быстро... Главное, там тоже, как и песня, хорошую идею поймать. Если снимать, можно сейчас хоть отсюда начинать что-то снимать, ну, и выкладывать в интернет. Хочется какой-то идеи, вот, да, вот этот стержень этой песни. Это же некая реклама песни, которая, да, есть, конечно. Поэтому что... хочется, да, чтобы ее подать правильно. Немало вот, есть как очень... Как лошадиный шампунь сделан. Лошадиная сила. Вот идут... Я просто в истории действительно немало есть очень хороших групп, которым просто фатально не везет на клипы, да, вот, которые, что не песня, то красота какая-то, что не клип, то какая-то фигня полная. Да, такое тоже бывает. В данном случае, наверное, уже лучше не снимать, чем снимать не то, что, не то, что ты хочешь. Официальных, да, клипов достаточно, более-менее штук 10. Я думаю, это не надо их там, как каждую песню, эти клипы. А смешно бывает, да, когда вот так в Ютьюбе смотришь, как там люди перепевают. Это в майке есть, там, да? Куча, в гармошку, да, бывает. Молодые. Куча. Дети, особенно у нас есть дети там, да, лет 5-7 лет. Они поют какого-нибудь, или полковник, или еще какую-то песню. Ребеночек вообще что-то напевает, это вообще... Здорово, да?
забавно, да. Ну, это уже, да, говорит о том, что слава настигла. Вот она, да, люди песни поют и в YouTube еще выкладывают. А вы будете сыну помогать в творческом смысле, я имею в виду? Мы всегда поддерживаем, да, как бы, и так далее. Я думаю, весной мы ждем его долгожданный альбом. И позвонить, мы... если кому. Как ты сам, Влад, продюсеру какому-то, да, знакомому. Долгожданный альбом. И вот уже как-то я знаю, нет, что единственное, то, что мы, нет, уже одна из выпускающих... А вот к микрофону, пожалуйста, поближе. Да. Это всем хочется. Но вот я думаю, была бы у меня мама Алла Пугачева, да, я бы не отказалась бы. Папа всегда помогает, естественно, чем может. И за это ему огромное спасибо. Понятно. А папины песни нравятся, да? То есть рос, конечно, на папинах песнях. Я тоже ему помогаю. Я много где его пиарю. В электричках, в переходах. Так что у нас все совместно. Потрясающе. Совместная любовь. Здорово. Подожди, оттуда не будет слышно это, надо к этому микрофону, да, эти концертные микрофоны. А вот еще интересный вопрос. В интернете человек Дмитрий наткнулся на совместную песню с Андреем Копровым «Небо ветром молчало». Да, есть такая песенка. Это какой-то был эксперимент, да, или да, какие-то дальнейшие? Да, это был эксперимент. Мы были в Санкт-Петербурге, у нас был сольный концерт, и он в этом же концерте поддержал на разогреве. И было после концерта предложение на следующий день заехать в студию, попробовать экспериментировать одну из песен. Я всегда рад с кем-то в чем-то поучаствовать. И приехал, всегда говорю, ну, поехали, посмотрим, что как бы получится. Но у вас не так много ведь дуэтов, да? Я как-то вот и не припомню. Вы же, по-моему, не очень это практикуете, с кем-то петь дуэтов. Вот дуэтов у меня, у нас же 13-13-13 назывался альбом, если так... по памяти вспомнить наш вот этот бессмертный. Мы ждали до последнего, когда... Uh-huh. Как он называется. Так в эти 13-13-13 вошло осенью, весной и летом по 13 треков. Это на сингл, который вышли три песни. Uh-huh. Вот, по 13. И в каждой из 13 треков это с каждым какой-то дуэт был. И так далее. Это, видите, у меня это развита история. Такая индустрия дуэтов. Иногда это могут молодые какие-то команды, иногда это достаточно уже... И вот состоявшиеся музыканты и артисты, и поэтому это их много сейчас перечислять. Я думаю, все можно у нас на сайте, конечно, в группе обязательно поинтересоваться. Есть очень много интересных работ. А будут ли на концерте завтрашнем какие-то люди еще вот приглашенные, помимо вас? Гости. Да, есть гости. Мы, как и на день рождения, приглашали. Это будет Марина Черкунова, одна из дуэтов, которые исполнили мы песню «Владивосход». В новом альбоме завтра мы будем также постараемся вместе все ее так исполнить душевненько. Угу. Давайте продолжать, друзья. У нас мало совсем времени остается. А нам две песни еще нужно спеть, да? Давайте. Нам не нужно, нам хочется. Нам хочется две песни, да. Заявок нет там? Тоже у нас программы нету. Нет, пойте, что хотите. Давайте споем. «Молодые ведра», как обычно, но она уже прозвучала в начале. Мы сегодня ее уже перед нами исполнили другие артисты. В ротации, можно сказать, что... Другие артисты исполнили. Прекрасно исполнили. А что... Микрофон. Ну, сейчас мы успеем, я думаю, микрофон починить. Музыканты интересуются, какую песню хочет солист исполнить. Ну ладно, давайте мы «Чайхана» сыграем, такая одна из песен. Сейчас новенькие. Я слышу в этом городе рок-н-ролл и хлопных труб. Я видел в этом городе ходячий бюст-труп. Я видел этим городом бриллиантами дождь. Я в фильме «Мегаполиса» кино не смотришь, думаешь, как жить. А собирай чемоданы и вали за барханы, пей чай в Чайхане. Собирай чемоданы и вали за барханы, пей чай в Чайхане.
Я не люблю в этом городе, есть правда, но ей вчера дали срок. Я знаю, в этом городе за воздух платят в долг свободой глоток. Я верил в этот город, как в детстве, в чудеса в Новый год. Бродяга мегаполиса под ботах счастья кушает хот-дог. А собирай чемоданы и вали за барханы, пей чай в чайхане. Собирай чемоданы и вали за барханы, пей чай в чайхане. Собирай чемоданы и вали за барханы, пей чай в чайхане. Собирай чемоданы и вали за барханы, пей чай в чайхане. Собирай чемоданы и вали, и вали. Собирай чемоданы и вали, чемоданы. Собирай чемоданы и вали за барханы, и чай-чай-канье. Катя Сундукова и Людмила Стрельцова. Вторая смена на нашем радио. Все только начинается. На самом деле, прежде чем попросить группу 7Б исполнить заключительную песню в рамках нашего выступления здесь, во второй смене на нашем радио, еще раз напомним, друзья, что завтра в 9 вечера, 7 марта, в пятницу, в московском клубе «Моно Клаб» выступление, праздничный концерт группы 7Б, где, я уверена, и Иван, и парни будут поздравлять девушек во время исполнения каждой песни, и весь концерт будет посвящен этому замечательному празднику, который уже в субботу состоится. Вот. Вот Антон из города Чехова второй раз заказывает «Уруру». Вот, Антону из Чехова, между прочим, завтра приехать на концерт. Безрезультатно, или? Завтра приехать на концерт, очень, не, в общем, что там ехать-то, час электрички, меньше. Посчитала прям час на электричке. Я знаю просто. Да-да-да, вот этот. Да, вот. Уруру вот этот, будет, да. Завтра, будет, ну что, завтра. Мы готовы, как бы, можно сказать, если заключительные такой песни, обычно мы можем и закрывать хороший концерт, и хочется сыграть одну из песен. Чтобы, знаю, будет, и это то, что нужно. Ждем завтра всех. Очень оптимистично. Спасибо большое вам. Спасибо всех еще раз большое всем. С наступающим праздником. Всем будет всегда с вами. Не скучайте. Спасибо. Мы вас еще любим. Приходите. Поехали. Еще. Да. Знаю. Удачи вам. Верхний этаж с видом на небо. Мы будем ласкать на нем звезды своими глазами. Проснулась звезда, так похожа на солнце, что веками светила над нами, обжигая лучами. Но когда-нибудь будет жара даже лютой зимой, и когда-нибудь станет это время добрей. И быть может быть и будем мы любить под счастливой звездой.
и жили. Время кербело, небо чернело над нами. Устала земля так от войн во вселенной. От них она стала холодной, как ночная луна. Но когда-нибудь будет буря, жара, даже лютой зимой. И когда-нибудь станет это время добрей. Счастливой звездой. И быть может мы станем мы друг другу нужнее. Сундукова и Людмила Стрельцова. Вторая смена на нашем радио. Наша реклама. Bequemlichkeit. Что это значит? Это специальная серия автомобилей Volvo XC60 и Volvo XC70 с полным приводом в роскошной комплектации, дополненной пакетами зимний и обзор. Повторим еще раз. Bequemlichkeit. Теперь вы знаете, что значит настоящий комфорт по-шведски. Юбилейный концерт группы «Мордор». Грандиозное рок-шоу, эксклюзивный сет-лист при участии Алексея Горшенева, Глеба Самойлова и других. 10 марта. Москва-холл. Билеты по телефону 644-22-22 и на сайте концерт.ру. 16+. Не можете найти подарок к празднику для любимой? Что может быть проще? Дарите женщинам подарки вместе с Golden Gross. Ведь Golden Gross – это крупнейший ювелирный центр в Москве. 6000 квадратных метров торговых площадей. Более 700 российских и зарубежных производителей. 3 этажа подарков и украшений на любой вкус. Golden Gross. Улица Верхняя Сыромятническая, дом 2. Рядом с метро Курская. www.golden-gross.ru. Вы нашли свою половину.
У вас есть семья. Чтобы у вашей семьи появилась квартира, в жилом комплексе «Акварели» действуют специальные условия. Заплатите половину стоимости сейчас, а вторую половину через год и без процентов. Жилой комплекс «Акварели» в Балашихе от компании «Текта Групп». Звоните 8495-797-4949. 797-4949. Предложение ограничено. Застройщик ООО «Текта Восток». Проектная декларация на сайте tekta.com. Большой сольный концерт группы Animal Jazz. Специальная весенняя программа и презентация нового сингла. 7 марта. Москва. Главклуб. Билеты по телефону 644-22-22 и на сайте концерт.ру. 16+. Дарите любимым не подарки, а подарки и подарки. В феврале и марте Enter удваивает подарки. Подробности на enter.ru и во всех магазинах Enter. Enter. Все товары для жизни по интернет-ценам. Тревога, раздражительность, быстрая утомляемость. Рабочий день кажется бесконечным. Тебе знакомы эти симптомы? Выход есть. Повод вашу на нашем радио. С 12 до 4 дня. Несерьезно. Обо всем и сразу. Слушай нашу музыку. Играй. Обсуждай. Спорь. Выигрывай. С Ленским и Седовым в «Обод вошел». Наше радио. Скучно не бывает. Начальнику не рассказывай. Он уже в курсе. Чего только не услышишь со сцены. «Аквариум» все время путают с коммунистической партией. Истории из первых рук. Все готовятся, а начальник появится в последний момент. Неожиданные признания. Я не педагог, поэтому ни в коем случае не возьму на себя ответственность, да и мне никто не даст воспитывать детей. Дальше больше. Каждый будний день в программе «Со сценой» с Мариной Карповой. Ты услышишь первым на нашем радио. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Национальная служба новостей представляет автор.